Национальный плавательный комплекс в Пекине – одно из главных спортивных сооружений, прошедшей в 2008 году в Пекине Олимпиады, уникальное в своем роде здание, получившее название «Водяной куб». Плавательный комплекс – один из 37 олимпийских объектов, построенных в столице Китая в ходе подготовки в Олимпиаде 2008, и, пожалуй, один из самых необычных как по конструкции, так и по своим характеристикам. Международная команда строителей во главе с австралийской фирмой FAW разработала и воплотила в жизнь действительно уникальный спортивный объект. Поверхность водяного куба сделана из пластика с энергосберегающими свойствами, это не просто элементы, похожие на водяные пузырьки, это своеобразные солнечные батареи, улавливающие солнечную энергию, используемую, в частности, в подогреве воды для бассейна. Кроме того, стены и крыша здания сконструированы таким образом, что позволяют экономить до 30% электричества за счет того, что используется естественное освещение. Помимо этого, предприимчивые китайцы, в целях экономии воды, являющейся в этих местах дефицитом, планируют в будущем собирать на крыше водяного куба дождевую воду и использовать ее затем для бассейнов комплекса. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.